И всем привет! Вы на лапке! Сегодня мы посмотрим на такого монстра, как лягушка-бык. Лягушка-бык – одна из самых крупных из видов лягушек. Одна лишь длина этой лягушки составляет аж 30 сантиметров, а вес такой взрослой малютки доходит до килограмма. Прожорливость данного монстра не знает никаких границ. Она является каннибалом, поэтому абсолютно не стесняется питаться другими лягушками. Все, что она сможет одолеть, она съест, от насекомых до рыб и змей. Для привлечения самок молодые лягушки издают настолько громкие звуки, что напоминают нам мычание коров. Поэтому лягушка-бык и получила такое название. Кстати, я не поленился и поискал ее на Авито. И да, вот столько она стоит сейчас. А теперь давайте посмотрим на то, как она уничтожает других подвидов. Ну или как она считает, у нее просто завтрак. Когда лягушка-бык выходит на охоту, все живое бежит куда только можно, потому что после нее никого не останется в живых. А теперь посмотрим на сражение лягушки со змеей, скорпионами, мышью и даже крабом. Так, добавим одного и... не, сразу троих. Вы посмотрите, она съедает его сразу целиком. Так, теперь змея. Вы видите? Она дышит. Да, оказывается, змеи тоже умеют дышать. Итак, что тут у нас? Лягушка-бык даже делает в ее сторону поклон, что означает дружеские и мирные отношения. А змея... змея, получается, по-дружески залазит на нее. Но что-то ей становится скучно, и она даже решается сделать кусь. Ну тут вообще происходит полный хаос. Ну да, давайте все-таки пойдем от самого начала. Сначала у нас появляется мышка, которая уже понимает, что ей тут делать нечего. И уже начинает искать, как отсюда выбраться. Ну, все-таки попалась. Краб не догоняет вообще, что тут происходит. Далее у нас идет вторая мышка, но тут, я думаю, тоже без шансов. Первой мышки было мало. Все-таки мышка для нее выглядит вкуснее, чем краб. Ну а теперь попробуем микс. Лягушки все мало. Интересно, до каких размеров она может раздуться. Змея даже пытается оказать сопротивление, а у нее неплохо получается. Большая крыса. В этот раз противник посильнее. И да, слишком велик для нее. Жаба против жабы? Да легко. Все, сидит довольная, наелась как мы обычно в Новый год.
На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Напишите в комментариях, какие еще видео хотели бы вы увидеть на этом канале. Также вы можете посмотреть вот эти видео. You pop, you pop, you pop.